Студенты ЮРГУ ежегодно принимают участие в традиционной первомайской демонстрации. В этот раз более 300 студентов ЮРГУ прошли единой колонной по проспекту Ленина до площади Революции с транспарантами, кричалками и воздушными шарами. Это мероприятие посвящено единению, сплочению всех тех людей, которые в будущем выйдут на работу, будут заниматься именно своей жизнью, и впоследствии они смогут таким же образом говорить с властью о том, какая им нужна социальная защита, какие должны функции выполнять наши властьдержащие. На главной площади Челябинска студенты ЮРГУ присоединились к общегородскому шествию и вместе с другими участниками шествия направились к Театральной площади, где состоялся главный митинг различных организаций и предприятий города. Традиционно 1 мая – это праздник весны, праздник, когда люди ожидают чего-то нового, поэтому, мне кажется, это хорошая традиция, которую можно и нужно соблюдать и в будущем. В шествии также приняли участие иностранные студенты ЮРГУ, которые поделились своими впечатлениями о демонстрации. Дружно! Всех пущей! Дружно! Даже безоружно! Там, где шпиль на крыше, ты оттуда вышел! Университет! Мне очень нравится этот праздник, потому что люди здесь очень веселые. Они вместе самые лучшие ЮРГУ, очень веселые, очень дружба. В конце митинга традиционно прошла концертная программа, посвященная празднику весны и труда.